Вот когда ты находишься в таких условиях, ты такой: что сделать-то, блядь, че, сука? У нас еще было так много выходных дней от съемок, и мы такие: что делать, сука, че натворить-то, блядь? Вот, и натыкается в алкоголь, там натыкаются соседи, и мы такие: йоу, привет, соседи, мы из пацанок, там т-т-т, хлопанить. Они такие: да, конечно, вот держите вам синьку, вот вам все, все, стакан шашлыка, стакан, блядь, виски, заберите эту вообще нахуй бутылку виски и вообще там набухайтесь, будет мало, приходите. И мы такие: да. Гоняли к соседям не потому, что мы такие, типа, там, лютые алкоголички, а потому что нам просто нечего делать. Ну, типа, там, я... Ну, типа, Лера в последние дни почему-то не бухала, она такая, типа, все, я не бухаю. Но мы с Аминой такие: ля-ля-жу-жу, ща как напьемся, ща как ай-ля-ля-ля-ля сделаем. Вот, и... Просто мы гоняли к соседям, набухивались, потому что нам просто нечего было делать. Не потому что мы какие-то плохие, или не потому что мы алкоголички, или не потому что у нас там, типа, у нас там, блядь, зависимость, мы там, вот если мы сейчас не выпьем, мы сдохнем. Нет, ни в коем случае, просто... Просто, ну, у нас слишком много выходных дней было, и мы такие: блядь, что делать-то? Да, погнали к соседям, блядь, давайте нахуяримся, давайте нахуяримся. Вот.